Капитальный ремонт ливневой канализации на улице Менделеева должны завершить к середине июля. Ход работ проверил глава города Руслан Кухарук. Протяженность объекта более 800 метров от улицы Николая Федорова до Мельникайте. Эти работы запланированы давно. Коллектор был в ненадлежащем состоянии, и это приводило к разрушению дороги. Поэтому здесь полностью меняют ливневую канализацию, в том числе дождеприемные и смотровые колодцы. Диаметр водопровода, который подлежал реконструкции, составляет 600 миллиметров. Мы понимаем, что работы очень сложные, довольно-таки много было сетей, которые параллельно приходилось перекладывать. И, естественно, эта работа серьезная позволила нам при разработке проектной документации определиться не только заменой коллектора, но и, собственно говоря, поменять полностью дорожное полотно, прилегающую территорию. И план у нас стоит сделать также и помимо тротуара, так в том числе и велодорожку. Добавлю, что подрядная организация включена в реестр. Она может выполнять строительные работы в условиях режима повышенной готовности, при этом соблюдая все требования по организации труда.